Всем привет, с вами Игорь Левичев, и сегодня я хочу пригласить вас на увлекательное мероприятие LEGO Star Wars на ВДНХ в Москве, связанное с 40-летней годовщиной вселенной Звездных войн. Это грандиозный праздник для детей и взрослых, который проводится в компании специального радиоуправляемого гостя R2-D2, собранного из 21 тысячи LEGO деталей. Точную копию знаменитого астромеханика из конструктора можно будет увидеть впервые и только на протяжении 2 дней. Он будет двигаться, светиться и даже разговаривать с гостями на своем языке. На мероприятии юным падаванам предстоит пройти обучение мастерству джедаев, поучаствовать в 5 захватывающих испытаниях и проявить все свои умения для того, чтобы получить дипломы и крутые подарки. Взрослые гости праздника смогут помочь в обучении юных падаванов, а также принять участие в строительстве 3D-фигур Дарта Вейдера и магистра Йоды из кубиков Лего. Помимо этого, во время праздника вы сможете развлечься в зоне отдыха и насладиться лучшими моментами киносаги «Звездные войны», а также посмотреть мультсериал LEGO Star Wars The Freemaker Adventures. Но поклонники компьютерных игр смогут испытать себя в роли любимых персонажей в игре LEGO Star Wars The Force Awakens, а также протестируют свои корабли в приложении LEGO Star Wars Force Builder. Еще одним заметным событием на празднике станет выступление клуба артистического фехтования с битвами на лазерных мечах. Кроме того, все пришедшие на праздник в костюме персонажа из саги «Звездные войны» получат гарантированный подарок. Обладатели самых эффектных костюмов будут награждены дополнительными призами. Все желающие смогут сфотографироваться с 3D-фигурами героев, собранных из кубиков Лего, и на спидере Рей в натуральную величину. Мероприятие пройдет с 20 по 21 мая на ВДНХ. Обязательно приходите все, будет очень круто и весело. Да пребудет с вами сила. Всегда.